Подготовить высококвалифицированных специалистов для промышленных предприятий в регионе смогут благодаря сотрудничеству с Агентством стратегических инициатив. Накануне в Москве прошел международный салон образования, где между Ульяновской областью и агентством было подписано соглашение о реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». За последние несколько лет, благодаря поддержке ОСИ, реализовали более сотни крупных инвестиционных проектов. Мы привлекли только в экономику региона за последние 10 лет почти 1 триллион рублей. Это колоссальные деньги для нашего региона. И мы сегодня прекрасно понимаем о том, что нам нужно действительно решить проблему и диверсификации других предприятий, одновременно, так сказать, найти людей, которые будут там работать на этих высокопроизводительных рабочих местах. В первую волну реализации инициативы попали 6 регионов, в том числе Ульяновск, Татарстан и Москва. Суть проекта в том, что школьники от 12 до 17 лет, кроме обучения в школе, смогут получить знания по узким специализациям. Мы не ориентируемся только на, например, олимпиадников. Здесь самое главное, чтобы у ребенка была мотивация, он сам хотел участвовать в этом проекте и предложил в качестве такой своего резюме какую-то инициативу либо проект для своего региона, в котором он проходит отбор. К выбранной профессии школьника подготовят специально обученные тьюторы, которые расскажут подростку о положении дел в региональной экономике, познакомят с основами будущей специальности. У нас есть Кванториум, межрегиональный центр компетенции. Мы реализуем стандарт профессионального роста. То есть вот те все составляющие, которые необходимы для профориентации, для понимания детьми, кто он будет завтра и какую роль он может привнести в развитие региона. По словам министра, после начала реализации стратегии дети получат возможность пройти специальное обучение в лагере «Сириус». Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.